И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем «Привет, сосед», это у нас Альфа 4, все подписчики просили, вот я играю. Я ничего не знаю про эту игру, видел летсплей от Куплинова. Если я делаю что-то не так, напишите в комментариях, как правильно, или напишите, что я вообще не умею играть. В принципе, и то подойдет. Так, здесь вот мой дом, вот дом соседа. Не знаю, когда на него смотрю, какие-то вот провисания есть. А так-то все четко. Так, надеюсь, не громко будет. Ну, как получится. Если громко, то простите. Первый раз всегда больно. Что у меня тут еще есть? О! Яблоко. Ключ. Табуретка. А вон сосед ходит. Так. Так он меня не видит. Можем сюда сразу. Эть. Красота. О, стул подпертый. А здесь могу стул подпереть? Эть. Давайте возьмем все-таки. Стульчик. Клей могу взять, да? Раз. А, я одну банку могу взять. Что у нас тут? Ой. Надеюсь, меня сосед не увидит. А если увидят, ребята, я не знаю, как получится. Открываем дверь. Упс. Ага. А, надо ключ взять и открыть, да? Нет, а здесь? Нет, а здесь? Упс. Закрывайся. Блин, это классно. Блин, чувствую каким-то себя нубищем, потому что во все игры, которые играешь, там все как-то понятно. Здесь же ничего не понятно. Так, давайте здесь посмотрим. Надеюсь, вы напишите в комментариях, как правильно играть и что здесь делать. Но я знаю, здесь в подвале мини-игры. Они очень прикольные, кстати. Я бы хотел попасть туда. Давайте здесь попробуем разбить окно. Чего? Пролетело мимо яблоко? Это баг или так и должно быть? Я просто не... О! Стул, иди сюда. Отлично. Прям на соседа нарвались. О, теперь светло у нас. Давайте еще разок, ребята. Чем черт не шутит? Подождите, а я тут все забрал? Или тут сюда все... А, нет, все исчезло. А, ключ остался и табуретка. Отлично. Так, я вижу, он ходит. А, на корточках, да, можно? О. Отлично. Так. Подождите, а я могу за его двором ходить? Можно, можно. Во, как щиток открывать? Подождите, может надо... А, своему можно нажать. Эти, ключик, он мне пригодится. Так. Так, я так понимаю, здесь только клей могу взять. Здесь больше ничего нету, да? Получается, я клеем могу задержать соседа. Так, есть. Клей есть. Это я включил. Давайте посмотрим, куда оно идет. Так. Шланг идет. Ага, наверх. Так. Блин, а игра-то прикольная. Я теперь понимаю, почему она популярная. А! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Уходи! Твою мать! А так давай не припрыгивай! Блин! Блин, страшно так! Прикольненько, прикольненько. Ой, ночь! А ночью ничего не видно. Давайте попробуем ночью. Не знаю, конечно, YouTube еще сам по себе затемняет. Пусть меня поймает уже. Лови меня, потому что я ночью реально ничего не вижу. Ничего не понимаю. Так, давайте хоть что-то в этой серии сделаем. А то я так и буду по той комнате бегать. Надеюсь, у меня сейчас что-то получится интересное. Лучше, чем в тот раз. Ага. Включено? Отключено. Это, наверное, ему камеру, да, отключил? Так, подвал. Надо будет как-то летсплей посмотреть, более подготовиться. Ну, ребята, не судите меня строго. Это первое впечатление, первый запуск. Если что-то не так... Пишите, все пишите, я все стерплю, я привык уже. Ничего здесь страшного нет. Подождите, а может ключиком надо все-таки попробовать? Я не помню, я пробовал эту дверь, да, я ее вроде пробовал. Закрыто. Так, здесь у меня поймал сосед, говнюк. О, я наверх сейчас попробую залезть. Эй, стульчик. Мистер Стул. А ты че не пролазишь? Может, а, я могу сюда пролезть. Его нету здесь? Второй этаж. Ла-ла-ла-ла-ла.
Ой, сколько у него здесь всего, классно. Ой. Ой-ой-ой. Что-то падает. Во. Отлично. А как тебе? А, надо синий ключ. Ух, я испугался здесь соседа, то немножко прогрузилось так. Тихо. Не послышалось, или он там был? Что за звук, когда я спускаюсь? Так. Блин, страшновато находиться здесь, когда ты знаешь, что оно... А, это он наверное внизу ходит, да? Прикольная игрушка. Надо все поизучать здесь. Я в нее, наверное, надолго залипну. Ребят, так что если вы хотите, будет побольше серий выходить на эту игрушку. Я только за. Поизучаем. Тем более это... Еще альфа у нас. Четвертая. О, может этот можно открыть? А, ничего нету. Может какие-то вещи мне еще пригодятся? Радеечка. Тихо, тихо, тихо. Не кипишуй, не кипишуй. Так, здесь нам получается ничегошеньки, да? Блин, такой звук прикольный. Да я там прохожу. Так, соседушка, тебя здесь нету? Вот здесь нету. О! Отлично! Эть! Ничего нет? Соседа нет. О! Ванна его. Давайте закроем двери. Давайте погуляем по его дому, посмотрим, что он у него тут. Здрасте. Свидания. Так, это выход на улицу. Это у нас сральник. Надеюсь, он не придет. О, у меня... Че у него? А, фонарик. Отлично. Его еще... А! Я испугался. Теперь у меня есть фонарик, да? О, с фонариком получше. Че ж ты его так наклоняешь? Влево-вправо-то. Давайте сразу камеры отключим. Он их включает, да, походу, сразу? Ага. Есть. Теперь мы здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходи. Я не успею. А он сюда не добежит. Сосед, ты меня не пугай. А где он там был? Нифигашеньки не видно. Глаз можно выколоть. А вон он ходит, и вон он ходит. Так, пока он пошел, давайте быстро в дом забежим. Та-ра-ра-ра-ра-та-ра-ра-та-ра-ра-та-ра-ра-та-р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 а-
Опа, я в шкафу. Ну не будем здесь сидеть, нифигашеньки не видно. Что у него тут еще есть? Так. Дверь закрыта. Тихо. Это сосед ходит. А мы так по наглую вообще в доме ходим. Когда прячешься, он всегда находит. Когда так от фонаря ходишь, он тебя не находит. Пошел, пошел, пошел. Давайте сюда обойдем. Так, мы уже знаем, где лежит фонарик. Надеюсь, он там будет сюда лежать. Да ну откуда? Мужик, отдыхай. Да ну как он меня увидел? Он же в доме уже был. Может, пусть меня поймает, я просто не вижу его. Лови меня, мужик. Я вот. Да лови меня. Хотя я как-то побаиваюсь. Ну лови меня. Вот, теперь мы все видим. Теперь нам фонарик, в принципе, не нужен. У нас утро, да? Так. У него тут еще есть. Пицца засохшая. Так, мусор. В машину нельзя его залезть никак? Нет, нельзя. Так, надо найти дверь, которую открыть я могу. Да отвали ты. Че такой глазастый? Смотри. И стоит. Ушел, ушел. Пошел. Пока он пошел сюда. Я забегу вовнутрь. А! Опа, я в шкафу.
Хочу выглянуть, посмотреть. Так, он ходит. Ребята, я зашкерился. Я могу фонарик достать здесь? О, я фонариком свечу, когда его достаю, смотрите. Нашел меня, что ли? Нет. Он где-то здесь. Че, прикольно, кстати, смысл, как-то пробираешься в дом, что ты пытаешься сделать. Ребята, в следующей серии по-любому, или вы напишите, или я построю летсплей, как правильно пробираться в подвал и попроходить мини-игры, потому что это реально прикольно. Все так антуражно выполнено. Опа. С банка, с клеем у меня в руках. А его здесь нету. Опа. Четко, четко. Теперь мы, когда будет музыка, будем сразу прятаться. Нету его нигде? О, я здесь не был. Давайте заберем стул. Блин, если я сейчас зашумлю, он не придет сюда? Пробежал, видели? Давайте запрячемся. Класс. У меня ищет или нет? Я не понимаю просто. Он ищет, ищет меня. Интересно, у меня в шкафу найдет или нет? Кто говорит там? Нет, нет, нет. Блин, ну я уже научился проникать в дом. По крайней мере, может, более наглее это делать. Нет! Не нашел. Он же рядом где-то. Я вот слышу, он где-то рядом. Во. Получается, он ищет меня или нет? Он знает, что внутри. Он знает прекрасно, но ничего не предпринимает. Давайте выйдем, да? Так. Блин. Ты говоришь, что он какой-то монстр или убийца и готов меня просто сожрать? Так, давайте разбираться. Так, давайте опустим ему камеры сразу и выключим. И как-то думать. Хоть бери, да, останавливаю ролики, смотри летсплей, куда идти и что нажимать. Но я не буду этого делать, я уже сделал это в следующий раз. Все-таки думаю, может, я догадаюсь? Если не догадаюсь, то не догадаюсь. Да я там вижу что-то. Ага. Чего? Где соседушка наш? Давайте мы разобьем. Пошло. Не-не-не, фонарик давай, иди сюда. Не то нажал. Еще не привык к управлению. И стулом по стеклу. О, то не пролазит, то он с... лихвой пролазит. Ты, блин, он в доме был, я думал, за спины. Я забегу в шкаф и спрячусь от него. Так, я сейчас вовнутрь дома и быстренько шныряем, смотрим, какой ключ этот открывает дверь. Какую дверь открывает этот ключ? Во, как я хотел сказать. Че он двери не закрывает? Мужик, закрывает двери. Так, несерьезно. Так, он внутри. Пробираемся, пробираемся. Отключаем ему камеры. Заходим сюда. Заходим. Заходим сюда. Что-то эта штука делает, да? Здрасте! Он так, значит, он слышит, что я нажимаю и что я делаю. Надо меньше шуметь. Так, соседушка. Тихо. Тихо-тихо. Он пошел. Он сейчас включит камеру или что? Или они уже включены, когда я умираю? Давайте посмотрим. Ага. А я спиной не догонишь. А-та-та. А я здесь. И чё? Чё ты мне сделаешь, а? Настроение классное вообще. Если вы кушаете и пьёте, приятного аппетита. Я даже для того, чтобы подумать, бахну чайку. Чё-то никакие мысли в голову не лезут. Может, ещё бахнуть? Так, пошел, пошел, пошел. Надо в дом, быстро бежать в дом. Или, я, кстати, видел ролик,
Как его запороть, чтобы он не мог тебя найти? Как ты там, как-то лифт включает, что-то нажимает, он там остается и выйти больше не может. Кстати, это хорошая идея. Так, он пошел сюда. Он меня не видит. Отключаем камеры. Залазим вовнутрь. Да откуда ты? А, здрасте! Я думал, все-таки в окно залезет или как-то другому проявит себя. Я прямо навстречу ему выбегаю. Ну давайте еще раз. Твою ж мать. Да что ж ты такой глазастый, а? С жопы глаза, что ли, растут? Или что у тебя? Так, на следующий раз по-любому надо подготавливаться, что-то решать. Более интереснее. Все-таки хочу мини-игры проходить. Смотри, смотри, на меня такой идет. Опа, никого, никого нету. Иди, иди уже. Я могу по нему что-то кинуть? Не, фонарик кидать не буду, пригодится. А что у меня тут еще есть? Давайте посмотрим, что у меня тут еще есть. В ящиках ничего нету? О, ничего себе. А, я не могу лопатой драться. Это, а, это не лопата, это швабра. Я его не вижу. Я его не вижу. Давайте сюда. Так. Есть? Наверх бы как-то туда подняться. Да я его слышу. Он зашел в дом. На тебя. Ух, я рядом. Да ты что кидаешься по мне? Он еще кидается. Вы видите, что делает? Как он... Он так должен был делать или нет? Напишите в комментариях. Он так должен был перепрыгнуть и пройти сюда или нет? И кидается, я уже тут, а он кидается клеем по мне. Ну-ну, чё подожди? То машина так быстро ездит? Ничего себе. Какие-то они тут 500 километров, что ли, проезжают. Он завис, да? Интересно, он сможет назад или нет? А представьте, он завис. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он завис. Неужели это я баг поймал или нет? Если поймал баг, то мы сейчас весь дом обследуем. Все, он завис, ребята, пошли. Клей, клей полетел в мою сторону. А вот он здесь, он не может идти. Ты можешь сюда прийти? Или он застрял там? Ничего не понимаю, давайте еще раз. Провоцируем его. Он просто кидает, он не может ко мне прийти. А нет. Может. Быстрей, 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 быстрей. Блин, я так рады был, что его запорол. А он нифига не порется. Разработчики, вы что сделали? Невозможно даже подойти к дому его. Просто я нубик, я это понимаю, что тут все очень легко и просто. Давайте посмотрим туда, можно пройти? Или тут невидимая стена? А-та-та, невидимая стена. Так, давайте, сейчас он туда зайдет. Че глядуйся? Уходи. Так, 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 так. Отлично. Разминается. Вот тут, вот, забегался за мной, да? Опа, он меня не видит. Отлично, давайте хоть немножко погуляем здесь. Просто для того, чтобы хорошо играть, надо выхватить механику. Механику я потихоньку начинаю понимать. Как он здесь агрится, как он бегает. Нормальный? Он бегает, я так понял, неплохо. Догонит, не догонит? Ла-ла-ла-ла-ла. Это-то! Быстрей, быстрей, быстрей. Ну, что могу сказать? Не дает мне подойти никак. Надо его как-то забагать. То я чувствую какой-то страх такой. Надо его забагать, чтобы он мне не мог помешать. Так, музыка резко кончается. Прям слышно тык, обрыв такой музыки. Даже как-то стыдно. Взял этот ключ и ни одной двери не открыл. Ну, хотя я шоркался, везде все нажимал. Вы видели, ну не нашел эту дверь. Может, она где-то была рядом. Я хотел сказать, я не ту кнопку нажимал. Я знаю, я ту кнопку нажимал. Пусть зайдет. Фух, слава богу. Теперь мы можем потихоньку зайти в дом. Куча окон, конечно, он меня может увидеть. Вот я не знаю, окно может разбить и зайти или нет? Вот этого я не знаю. Да ну как? What the fuck? Как ты это делаешь, мужик?
А, может, я камеру не отключил. Надо сначала камеру отключить, а потом уже заходить в его двор. Все. Голова. Понимаешь, да, о чем я говорю? Сейчас. А, у меня через окно может увидеть. Так, пошел, пошел. Тут можно прям за ним наблюдать. Так, здесь ока нету. Да какого, мужик? Ну как? Вы видели? Ну я только... Ну не мог мне... Он окно, кстати, разбивает. И может выйти на улицу. Спасибо, мужик, за то, что разбиваешь окна. Мне только легче. Так, давайте подождем немножко. Так, пошел. Пошел, пошел, пошел. Так, так, так. Не вижу его. Не вижу. Вот сейчас меня увидит, я буду в шоке. Красота. Да иди ты, блин. Вот ё-моё. Это было прикольно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и ты хочешь еще, ставь палец вверх, подписывайся на канал, не забывай писать комментарий, то есть классные советы, как проходить эту игрушку. Ну а всем отличного настроения и всем пока.